здесь. Хорошо. Мы готовы работать. И я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1981 года, воплощенной на Земле. 1, 2, 3. Нашла. Хорошо. И бери тонкую копию Лилии и поднимайся в комнату диагностики, будь в ней. 1, 2, 3. Какое-то красное такое облако над ней. А еще что бросается в глаза? Давай разобьем. Как больное какое-то. Подожди, я не подняла еще. А, ты еще не подняла? Защищаю и поднимаю ее в комнату диагностики. Там и здесь. Хорошо. И мы приветствуем Лилию. Интересуемся, готова ли она к диагностике. Доверит ли она нам свое поле на период сеанса? Доверит. Давай сразу в сканер ее, да, Вера? Да. Да. Хорошо. И Лилия сейчас входит в сканер, и я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать все тонкие тела Лилии на всех частотах. Находит все чужеродные присадки, импланты, любых интерферентов. Моментально выстраиваются каналы. 2, 3. Сканер начинает сканировать Лилию. Выявляет все присадки, импланты. Каналы выстраиваются. Подсвечиваются ярко-красным цветом все импланты. Чипы и датчики подсвечиваются ярко-красным цветом. Но ты можешь это красное облако в клетку убрать? И я даю команду, это красное облако силой моего намерения выходит из биополя Лилии и притягивается в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Ушло? А, да, ушло. Вот сканер начал работать. У нее дракон красный здесь. Он в клетке уже? Да, он в клетке. Это его облако. Он ей какое-то больное воображение делает. Так вот слова идут, больное воображение. Вот это облако, это ее какие-то мысли депрессивные. Считай ее цифры над его головой. 1, 2, 3. 518. Не может уже сказать, что не знал, извините. Хорошо. Так, кто у нас еще? Сколько каналов? Что не знал? Он специально ее вызывал. Я понимаю, да, конечно. Подхожу к дракону. Эти состояния. Да, у нас один канал только к дракону. Сейчас подожди, смотри. Проверь, пожалуйста, да. Есть чертик у нее еще. Не вылез? 2 канала. Вылез. Клетки он тоже. Понятно. Хорошо, 2 канала. И черт еще. Черт? Ты меня слышишь? Слышит. Считай цифры над головой. 1, 2, 3. 5. Черт, почему ты зашел в это биополе, в этот биоробот, если у него находится манифест, который говорит, что он будет уничтожать всех, кто насильно ворует его энергию, подключается к его жизненным энергиям. У меня идет негатив, которым я питаюсь. Когда ты зашел в это тело? 3 недели как. 3 недели. За что ты был ответственен? За какую болезнь? За какие боли? Ни за какие. Я питаюсь негативом. А кто его, этот негатив, вызывает? Показывает на дракона. Понятно. Хорошо. Благодарю тебя, черт. Переходим к дракону. Дракон меня слышит? Он слышит, он агрессирует. О, отлично. Открываю. И я достаю свою печать дракона. Значит, 3, 1, 2, 3. Включаю на полную мощность. 1, 2, 3. Пошел свет. И 5 ударов красному дракону на его чистоте. Моим копьем пошли удары. Вера. Подожди с ударами. Сейчас, секунду. В общем, печать, когда ты показал, вот этот вот дракон, он как огненный какой-то был. Он как загас. Ага, хорошо. Значит, печать. То есть он как потух, превратился в какой-то маленький такой небольшой шар, и из него раз и получилась женщина. Какая-то Марина, как бабушка такая, с наставлениями, с какими-то. С обучениями, ворчливая. Ну, она не думает, что она ворчливая, но она постоянно учит, что ли. Постоянно недовольна. Это кто, родственница или знакомая? И почему она вышла из дракона? Ну, потому что вот этот вот весь негатив, получается, это ее... ей... Мне непонятен переход от дракона к этой женщине. Она, видимо, прикрывалась.
Ну, потому что дракон, он такой какой-то пламенный красный был. Как щит, вот она им прикрывалась, что ли. Магии красная, я здесь не вижу. Я вижу вот ее постоянно ворчащей, учащей, какой-то пальцами грозит она. И вот этот негатив сгенерирован ей. То есть... Я это понял. Я не понял, как вот эта печать дракона, там мог выйти рептилоид, но если выходит человек, это для меня вообще что-то непонятное. Ну, давай снимем все маски и голограммы. Снимаются все маски и голограммы. Все предстоит в первозданном виде, согласно своему эфирному коду. Вот у нас опять дракон, только не красный. А вообще какой-то Змей Горыныч трехголовый. И достаю опять, включая на полную мощность печать дракона. 1, 2, 3. Пошел свет. Ну, вот сейчас он корчится. И уменьшает дракона в 2 раза. 1, 2, 3. Говорит, ты не можешь уменьшить мои энергии. Силой моего намерения уменьшает дракона в 2 раза. 1, 2, 3. Да будет так. А так и есть. Уменьшился. Верни меня. И повтори мне еще раз, что я могу, а что я не могу. 5 ударов копьем на чистоте дракона. 1, 2, 3. Пошли удары. Но он пытается пламя и извергать. Идет. Ему идет возвратка. Хорошо. Ждем. Я такого театра еще не видел. И направляя на него свой щит с печатью 7 архангелов, концентрируя энергию мощнейшим ударом любви отца, бью по интерференту. 1, 2, 3. Пошел свет. Ну, ему не нравится, он скрипит, даже не кричит, а скрип такой от него. Ну, вот так хватит, вот. Хватит. Стоп. Итак, я еще раз спрашиваю, кто ты такой, что ты здесь делаешь? Дракон. Какой дракон? Драконянец. Сколько голов, Вера? 3 головы. Красный или синий? Синий. Ну, знаешь, как-то даже вот голова синяя, а остальное тело как-то серое, чешуйчатое. Считает цифры над головой. 1, 2, 3. Как будто у него кора на теле, такая вот кожа. Эта кора отлично горит от шара атмана, от энергии атмана. Отлично будет гореть. Остановись, он говорит. Ты остановился, когда ты вошел в это биополе? В старшей голове 826. Дальше. 523. Да. 81. Так, дракон, какую голову, а с какой головой собираешься расставаться сегодня? А не с какой, он сейчас вот так все 3 скрутил их. Все 3 скрутил. Ну, значит, сделаю, заберу все. Я тебя еще раз спрашиваю, как ты зашел, как ты осмелился зайти в это биополе? Обучает младшую голову. Ты знаешь, что, куда ты зашел? К человеку, который заявил о своих свободах, о намерениях, о своей жизни, о своих энергиях, о праве распоряжаться этих энергий. Ты залез в его биополе, паразит, и сосал человека энергии, доводил его до депрессии. Сегодня ты за это будешь наказан. Очень серьезно наказан. Я тебя выпущу высотой в 1 сантиметр, если я тебя выпущу сегодня. Когда ты вошел в это биополе, дракон, я тебя спрашиваю? Ночью. Когда ночью? Почти месяц назад. Месяц ты сидишь. Ты сам выбрал себе такую судьбу. Поэтому я на тебя сегодня буду воздействовать. Вот это красное облако есть там у него, да? Да, еще он говорит, что у него слабое намерение. У нее слабое намерение. Да, и поэтому манифест у нее не особо так влияет на него. Угу. Она не особо им защищается. А что там за проблемы у нее в общении с людьми? Что ей там завидуют? Это что за энергетика? Это ты там за это ответственна? Что и люди не понимают? Или как там идет? Или это ее собственные черты характера? Это помогает мне усиливать негатив в ней. То есть это твоя работа, да? Или ты это ее личное. Это ее личное? Это персональное качество, но я усиливаю его. Понятно. Хорошо, дракон, и как мы будем решать эту ситуацию сегодня? Если ты думаешь, ты просто так безнаказанно отсюда уйдешь, ты ошибаешься сразу. Я безнаказанно отпускаю только первый раз, когда сущности не видели
никакого манифеста, и человек ни о чем о своих свободах не заявлял. Это человек заявил. Даже если он слабо заявил, даже если у него слабая воля была, все равно он заявил. Ты это проигнорировал, тем самым ты нарушил законы мироздания. Тебе известны законы мироздания? Не входить без воли человека, что ли? Это один. Есть законы свободы воли, свободное право распоряжаться своими собственными энергиями и вибрациями. Их всего их 24. Один вытекает из другого. Ты их не знаешь, но ты слышал, что ты не имеешь права входить без воли человека в его тело. Черту я ничего не могу сказать в этом отношении, потому что черт зашел на свои вибрации уже когда ты выработал достаточно негативной энергетики. То есть мог бы и черт прийти, мог бы и бес, мог бы и демон прийти, в зависимости от количества негатива, сколько там насобиралось. Поэтому черту мне сказать нечего. Ты являешься той причиной, по которой мы здесь сегодня все находимся. Ты портил жизнь человеку, забирал у него жизненные силы, воспитывая свою 81-летнюю голову и хочешь уйти безнаказанным. Ты меня наказал уже. Я еще не начинал. Я тебя наказал только что за этот театр, который ты устроил с голограммами, с этой женщиной, которую ты там показывал, с красным драконом. Вот за это я тебя только наказал. А не за то, что ты сидел. Он говорит, что я много чего я показывал. Что ты ей показывал? Настраивал против разных людей. Как ты это делал? Покажи. Она во всем видела негатив. Понятно. Значит, это твоя работа была, да? Я еще раз говорю, я усугублял ее личные качества. Только не делай из себя святошу сейчас. Как будто ты невинная такая душонка и сидишь в клетке незаслуженно. Ты усугублял. Человек сам должен был справиться со своими проблемами. И в твоей помощи усугубления он вообще никак не нуждался. Не пытайся применьшить свою вину. Переходим к реверсу энергии. Я даю команду тонкой копии Лилии спроецировать все энергетические сферические каналы к ответственному интерференту. Начали выстраиваться каналы, сущность подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии Лилии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Лилии. Энергию страха, неуверенности отдаем. Энергию всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним по каналу. Усиливаем потоки в 50 раз. Вера, что идет? И много ли идет? Идет грязь такая идет, красная, к дракону. Ну ты посмотри. Усугубитель сидит мне здесь, рассказывает. Меняется на синюю. Но она, знаешь, такие клубы грязи. Да это с оттенками, с разными. Этот дракон, он беспредельщик. У него нет никаких границ. Он наглый будет лезть и проверять свои границы. Вот сегодня он эти границы нашел. Видимо, его копья. А вот так черт идет, темно-серый такой туман. Понятно. Красное это облако. К нему идет что-то? Нет. Хорошо. Готово. Хорошо. И устанавливаются фильтры золотой сеточки и в порядке реверса. Лилия забирает чистую светлую божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, украли до последнего микрона, возвращает Лилия себе обратно. Это ее энергия, она ее хозяйка. А черта красная идет, а дракона бежевая. Дракон, ты жизненную энергию у него воровал. Теплая такая бежевая энергия. Ты же знаешь, это энергия жизни, Вера. И он у него воровал. Ты энергию жизни у него воровал. Ты вообще перешел все границы. Ты реально человека уничтожал. Ты не брал по чуть-чуть с каждой чакры. Ты забрал энергию жизни. И мне это о тебе говорит больше, чем все твои слова. Я им не верю. Я думаю, 2 миллиона герц тебе будет нормально. Он говорит, вы люди странные, сами грешите, а потом спираете все, интерферентов ищете. Че ты за бред несешь? Неужели вас не хватает какое сил противостоять? Какое ты имеешь отношение к пути развития человека? Мы тоже развиваемся. Я влазил в твое биополе. Я сосал твою энергию. Или Лилия, скажи, да или нет. Я входил в твое биополе, воровал твою энергию, устанавливал тебе чипы и датчики. Одевал у тебя на тебя не вот... получится.
У меня не получится. Знаешь, у меня отлично получается. Такие, как ты, сжигать. В пепел их превращать. Не отдали энергии. Хорошо. Я приказываю взять и вытащить все, что в тебе поле оставили до последнего микрона. После этого я буду проводить проверку 2 миллиона герц. Кто не забрал, сгорит. Так что, дракон, давай поговорим о моих возможностях. Ты же сомневался, что я тебя смогу... У меня 21 фантом. Ты сможешь попасть в мое тело? А если моя плотность вытеснит тебя. Вот это и есть намерение. У тебя 21 фантом. А вы даже не знаете силу слова. Кто вы? Сказал и забыл. Люди. А, в этом плане. Потому что ты сейчас стоишь в клетке, разговариваешь со мной и говоришь, что мы не знаем силы слова. Мы как раз силу слова знаем. 21 фантом. Хочешь, я сейчас 21 раз себя поставлю рядом, из одного себя сделаю отряд. Хочешь? Прямо на твоих глазах. Без проблем. Я говорю про тонкие тела. А, про тонкие тела. У тебя 21 тонкое тело. Хорошо. У этих греев, по-моему, не меньше, чем у вас. И это не имеет никакого отношения к тому. Я не собирался входить в твое биополе, потому что я чту законы мироздания и чту твое право на распоряжаться собственными энергиями. Ты этого не делаешь по отношению ко мне в виде людей, скажем так. Вот в чем разница. Не забрали. Хорошо, все забрали. И сколько у нее энергии сейчас? 50. И на счет 3 в макушку головы Лили начинает поступать. 1, 2, 3. Пошел подъем. Наполняет, усиливает. Вытесняет остаточные негативные энергии, вибрации. У нее очень много негативных остаточных энергий. Хорошо, пройдем сейчас потом, когда закончим, быстро уберем их и все. Заполнилось. Хорошо, и я даю команду. Блокирую все каналы, предлагаю тонкой копии Лилии поменять полярность всех подключков, если таковы есть, и нанести удар шокового импульса в 500 тысяч герц. 1. Концентрирует всю свою энергию. 2. Готовится мощным ударом шокового импульса в 500 тысяч герц. Отстегнуть и сжечь все каналы. 1, 2, 3. Удар. Да, она отстегнула. Так, каналы нам не нужны. Открывается портал в галактическое ядро. Портал, каналы улетают в галактическое ядро. 1, 2, 3. Закрываю, печатаю, растворяю. Никого не тряхнуло в клетке, да? Нет, все забрали. Хорошо. Черт, готов уходить? Готов. Больше в это тело не приходишь, ты понял? Да, понял. Открывается внизу портал на чистоте черта. 1, 2, 3. Черт уходит на свою чистоту, забывая дорогу назад. Закрывай, опечатай, растворяй, ставь пентаграмму. Есть. Хорошо. Так, дракон. Так. Что он там вытащил из биополя? Он у нее из головы вытащил как такую круглую какую-то шайбу, я бы сказала. Да, вот. Мы уже такое видели, да. Хорошо, и это на счет 3 устанавливается на все 3 головы. 1, 2, 3. Этот круг одевается наверх, вот это красное облако. Силой моего намерения включаю все на полную мощность. Он получает тот возврат, ту боль, которую Лилия получала в течение месяца от него. 1, 2, 3. За 2 минуты пошло все назад. Вся боль возвращается дракону. Вот он начал выть. Вот это так и она выла. Такая копия Лилии, да. Ладоши хлопает. И все равно мне твои 21 тонких тел. Я тебя так нашел и найду, и достану. Трясет? Да. Отлично. Усиливаем мощность еще на 100%. Пошел удар. Вот эта маленькая голова, младшая, которая, да, голова, она начинает кусать их. Отлично. Кусай эти головы, которые тебя довели до этого состояния. Приказ. Да. Старшая кричит: останови. Хорошо, а что ты мне предложишь за это останови? Она тоже кричала. Я уйду на совсем. Да, ты уйдешь на совсем по-любому. Но вопрос, как уйдешь? По частям или целым куском? Вот о чем идет сейчас речь, дракон. Ты не понял, куда ты попал. Ты думаешь, ты 826 уровня, мне все равно, какого ты уровня. Убирает. Говорит, останови, пока мы не съели друг друга. Стоп, останавливаю. Вот какая у вас энергетика была. Чтоб человек жрал себе подобных. Сейчас вы начали жрать себе подобных. Как? Хорошая техника, а? Я понял. Хорошо, дракоша. Это самое последнее предупреждение. Я тебя запомнил.
Если ты еще раз появишься в этом биополе, а мне сообщат через 10 минут о головной боли или о таком состоянии, которое было, я уже буду знать, что это ты. Я моментально поставлю вокруг тебя лазерную клетку и сброшу ее в галактическое ядро. Я понял, буду осторожен. И открывается наверху портал на чистоте дракона. 1, 2, 3. И вышвыриваю его туда. Улетает вместе со своим барахлом. Остается такой маленьким, каким я его сделал. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. И на счет 3 открывается воронка. 1, 2, 3. Бери свой высоковибрационный инструмент по очистке биополя от остаточных энергий. И убери все остаточные энергии, которые находятся в биополе Лилии. Готово. Выкидывай, утилизируй, закрывай воронку, опечатай, растворяй. Все уходит в галактическое ядро на переработку в чистую энергию. Закончили, да? Да, готово. Хорошо. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Лилии в систему биоробот-душа, заводим, подключаем ее к каждой клеточке, каждой извилинке мозга. Проходит полная синхронизация между тонким телом и биороботом. 1, 2, 3. Есть. И возвращайся назад в комнату диагностики. 1, 2, 3. Я здесь. Хорошо. Все нормально? Да.